Давай, приезжай, нужно кое-что обсудить. Ладно, не бойся. Морской офицер возвращается в город своего детства. Скучал по нашему северному небу. Но погиб его друг. Я вас задерживаю на 48 часов по подозрению в убийстве вашего друга. И теперь он должен найти убийцу. Ты хочешь сам его найти? Не могу сидеть сложа руки. Скажи мне честно, смерть Сергея как-то связана с гибелью лодки его отца? Каким образом? И раскрыть тайну затонувшей подводной лодки. Версия взрыва блуждающей мины времен войны всех устроила. Я хочу правду услышать о том, как вы лодку погубили. Иван Оганесян. Стреляй! Серега убили. Я здесь, полицию же вызвал. Дезертир признался в убийстве. Лажа, все это его подставляет. Скажи мне честно, смерть Сергея как-то связана с гибелью лодки его отца? Убил за старую историю с лодкой? Прошло 20 лет! Почему погиб экипаж? Был ли у них вообще шанс выжить? Я все документы уничтожил. Так что никто никогда их больше не увидит. Взрывы, поджоги, авария. Какую подготовку нужно иметь, чтобы все это сделать и не попасться? Не спугнем? Иван Оганесян. Мне нужен вот этот человек. Ответы типа «я не знаю», «я не помню», «кто это такой» не принимаются. Бухта глубокая. Мне страшно. Родная, пусть это они боятся.